И всем привет! На дворе 1 марта, и с вами снова канал Максимадзе. И долгожданная вторая серия по одному из наикрутейших модов по Hello Neighbor. Neighbor's Comeback, который представляет из себя полную версию дома Альфы 1. Полная версия дома Альфа 1 также есть в Hello Neighbor Alternative Reality, но там она намного скучнее, чем здесь. Скучнее и скуднее. Это самая лучшая версия. Именно этого дома. Какого фига стоят капканы в моем доме, непонятно. Кстати, унитаз появился от этой коробки. Непонятно только для чего. Мы срать на нем не можем. Избавиться от капканов нужно. Короче, на чем мы остановились? И, кстати говоря, решил я поставить красный фон. Все-таки канал Максимадзе умеет красные цвета. И пусть, короче, будет красный фон. Я думаю, самый наилучший, наверное, вариант все-таки будет. Так, у меня пластинка красная. Она будет нужна. Нам также будет нужна пила. На чем мы остановились? Вот как раз таки на том, что... Твою же ты мать. Как раз таки на том, что я раздобыл эту пилу с упавшей скульптуры. А что надо делать дальше? Опа. Так, сейчас мы... Нам как зеленая, так и красная нужна будет пластинка. А граммофон сам находится на втором этаже. Первый этаж. Я уже, правда, не припомню... На... Так, вот это что-то мне не нравится. Почему здесь протекает все? Твою ж ты налево, а? Вот это фигово, 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 фигово. А нет, пожалуйста, сосед, не трогай меня. А, галочки, слава богу, галочек, слава богу, так и нету. Блин, вот это мне не нравится, что капли проходят через дом. Камеры отключены, но... Не сказать, чтобы это прям сильно мне что-то дало. Первый этаж. Вот так вот по-хитрому сделаем. На первый сначала спустимся, потом на третий. Хотя он меня вычислить может и в любом, на любом этаже. Вот он, пожалуйста. Вот сюда мне граммофон надо, только меня... Только сосед меня вычислил, блин. А на какой я нажал сейчас? На первый, что ли? А, нет, на третий. Граммофон, вот граммофон. Так, нам надо... пластинку вставить красную. Вот так. Блин, я его... Включать его не надо пока. А теперь на четвертый этаж. Нам надо именно в те... Нам надо растения эти унизить. Так, не с той стороны. Вот здесь. Я, правда, не помню, что он отключает. Но это не единственное место еще, где нам понадобится он, по-моему. Так что пусть лежит еще при нас. Нам также пригодится пила. Дождь не очень красивый, я уже это признавал.
Так, нам надо на четвертый этаж снова вернуться. Там мы должны войти в следующую дверь. Едем на четвертый этаж. Четвертый. И нам надо сюда. Значит, вот нам надо по-хорошему сюда, но здесь решетки закрыты все. Нам надо их будет открыть. Сначала... Идем сюда. Тут гроб можно не открывать. Там ничего нету, в принципе. Там лом. Но у нас лом уже есть. Нам надо в эту комнату пройти. Так, вот тут вращающаяся такая вот штука. Но она остановлена. Потому что мы отключили генератор. И причем отключили очень вовремя. Нам надо, чтобы вот тут стояла вот эта железка. Ну как, даже не совсем, вот тут надо было чуть-чуть ближе сюда. Блин, сюда идет. Короче, там сверху ключи, надо их достать. И достать их задачка непростая. Здесь все рушится вот так вот некрасиво. За сундучок этот закрыт. Опа. Под моим расчетом все должно идти хорошо, когда я снова посмотрел на образец под микроскопом. Я подумал, что мне это просто причудилось. Я поставил увеличение побольше. Мои худшие опасения подтвердились. Я не успел, к сожалению, это дочитать. Но я думаю, вы я думаю, прочитать смогли. Вы же можете на паузу поставить это. Я не могу поставить на паузу, потому что я это записываю. Ладно, давайте попробуем вернуться туда. Дождик, слава богу, закончился. Нам нужно достать те два ключа. Один из них от того сундука, который вы видели в той комнате. Второй от автомобиля, который тоже нам нужен. Первый этаж. Для одного дела. Важного. Вот ворона это бесит меня. Где он? В этой игре сосед крайне силен и опасен. И это действительно так. Может в любое место на, может в любом месте нас достать. И жалко, нам нечем скрыться от него. Так, придется сделать. Он сейчас сюда зайдет, наверняка поставит камеру и уйдет. И придется проскользнуть так, чтобы камера нас не увидела. И уничтожить ее. И достать до этих ключей. Но достать до этих ключей задача довольно сложная. В
В отличие от оригинального Hello Neighbor, здесь сосед почти в любой комнате вообще может нас достать. И это как бы, может, даже и логично, и правильно. Ибо слишком уж... Может, закрыть дверь. Дайте-ка я вещи какие-нибудь уберу лишние пока. Где он ходит? Он дверь где-то открывает. Спрячемся, наверное, пока. Мне кажется, он сейчас сюда зайдет. Да, в этой игре реально сложно, даже на облегченном режиме. Но, а без облегченного режима хрен вообще пройдешь. Лично я не смог. И Missing Entity тоже сильно прям запарился. Я не помню, прошел он в итоге или нет. Я без помощи читов до выхода облегченного режима не смог вообще пройти никаким образом. И коробочки под себя. Блин! Какого фига? Все попадало-то. Я в потолок, что ли, вписался? Да ё-моё, ну балка это не очень правильно стоит. Надо отсюда вообще входить. Мне кажется, и так будет более правильно. Вот так, мне кажется, надо, может, ее чуть-чуть отрегулировать, вот так как-то. О! Ну, почти немного лишнего взял. Блин, ну это слишком сложно. Нет, я читы все-таки подрублю. Извиняюсь, это не то, чтобы сложно, это долго. Пока отрегулируешь и правильно ее поставишь, пока это... Так-то это можно сделать, я просто не хочу тратить много времени. Вот так по коробкам надо правильно поставить и забраться по коробкам туда. Но главное, чтобы вот эта штука не работала, которая вот от этого генератора и питается. Так, этот ключик от сундука от этого. В которой полезная вот такая вот штучка находится, она нам нужна. Она нам нужна вот для микроскопа, для этого. Мы ее вставляем. И здесь ищем мигающую точку. Увеличиваем с помощью Z и X. И нажимаем. Ловим и нажимаем. Без этого образца, который мы вставили, этой штуки здесь не будет. Как выйти? А, на Y. Выйти. Отлично, все. Мы открыли решетки вот эти. И здесь у нас комната, в которой гравитация работает неправильно. Как в космосе все летает. Это интересно. Здесь тоже комната такая вот интересная. Здесь мы можем найти молоток, по-моему. Да, молоток. И, кстати, в той комнате я что-то еще оставил. Я думаю... Ломик мы можем уже не брать, а вот пила нам нужна. Граммофон тоже нужен будет. Также нам надо вот сюда.
В эту комнату. Ну, блин, я не хочу ночью шариться здесь. Давайте вообще спустимся вниз и этот, от автомобиля ключик используем. Ключик используем от автомобиля. Откроем багажник. И берем отсюда магнит. По традиции он лежит у нас тут магнит. Магнит также нужен нам на четвертом этаже. Едем на четвертый этаж. Лифт по-русски у нас разговаривает. Ну, потому что разработчик русскоязычный, и он очень сильно постарался, он прям большой молодец. Вот сюда нам надо магнит. Убираем эти картины. Там лежит у нас ключ карты. Примагнитиваем ее и берем. Так, идем в эту комнату теперь. Вот сюда. Во-первых, используем пилу, пилим эти доски. А ключ от этой двери, по-моему, я дома оставил. Мы его уже нашли в предыдущей серии. И нам придется возвращаться туда, походу. Но сначала огнетушитель мы раздобудем. Для этого нам надо войти в ту комнату. И кое-что там выполнить. Кое-какое задание. Жмем на кнопку. И пока нас не задавило, жмем на эти кнопки. Нужно успеть нажать на все, иначе нам кирдык придет. Мы это сделали. И огнетушитель открылся. Огнетушитель этот нам нужен вот для этой комнаты. Дело в том, что нам нужно вон туда, наверх. Так, курсор опять в бандикам идет. И здесь у нас все горит. Мы должны затушить пожар. Потому что с огнем нам сталкиваться нельзя. Ни в коем случае это приведет как бы к смерти. Причем мне не обязательно удерживать левую кнопку, чтобы дуть. Достаточно просто нажать. А чтобы выключить, надо нажать левую кнопку во второй раз. Только здесь что-то света нету совсем. Хотя, по-моему, должен быть. Здесь у нас ничего нету полезного. А здесь кругом камеры. Опа! Которые еще и поворачиваются на меня. Вот такие вот необычные камеры. Которые еще и ломаются. Какие-то реально странные камеры. Как я уже говорил, сосед в любой комнате нас может поймать. Нам нужно... Куда нам нужно-то? Что у нас? Ага, ключ-карта. Ключ-карта, граммофон. По-моему, красный граммофон, по-моему, уже, кстати, не нужен. Ну как, красная пластинка в граммофоне. Нам нужна теперь зеленая пластинка. Для кое-чего. Так, тут у нас клон главного героя ходит, но он нам вреда не принесет, потому что мы отключили, сделали так, чтобы он нам не приносил вреда. Сосед ходит по железной дороге. Это немножко настораживает, конечно. Но с другой стороны, он нам на первом этаже не помещает. Здесь мы все раздобыли. Ага, я вспомнил, что мне надо. Я ключ медный этот должен достать. Свет, светлый тот ключ. Твои же ты, мать, а.
Быстро едут машины, я ничего не могу поделать. Вот он, ключ этот, который нам нужен. Идем. И возвращаемся на четвертый этаж. Сам сосед лифтом не пользуется. Я насколько понял. Первый этаж. Сам сосед только по лестницам идет. Ну понятно, это сложно реализовать слишком, чтобы сосед пользовался еще и лифтом. В оригинальном Hello Neighbor вообще нету лифта как такового. Там есть... Четвертый этаж. Там есть дверца, похожая на лифт. Но... Там лестница. Проклятый пылесос. А я поспать могу, кстати? Я что-то не помню. Ну-ка, дайте мне поспать. А, кровати-то нету. Как же я посплю-то? А, нет, кровать есть, но на ней нельзя спать. Только прятаться. Ладно, придется попасться соседу на глаза еще раз. Ладно, ключ тут не нужен, мы его уже использовали. Ключ-карту пока не использовать не можем, потому что решетка закрыта. Мы через решетку не можем реализовать это. Так, чтобы позвать соседа, просто позвоним давайте. Ну, я вызвал. Первый этаж. Наверное, с другого входа я зайду, чтобы меня эта ворона не спалила. Она, короче, кричит, и из-за этого сосед приходит. Вот, да, не, я только выхожу из лифта, она у меня уже палит. Короче, что надо сделать в этой комнате? Так, во-первых, открыть щелочку. Блин, надо было пластинку взять зеленую, я забыл. Короче, надо поставить предметы так, как показано на картинке. Тогда откроется решетка. А в предыдущих версиях отсутствовали вот эти вот панели с лампочками. И автор их добавил, чтобы было проще определять, куда ставить предмет. И если предмет правильно ставит... Короче, чтобы недоделки, все недоразумения были исправлены. Некоторых предметов, как вы видите, не хватает. Нам нужно их искать по всему дому. Ну как по всему дому? Долго, в принципе, искать не придется. Нам что надо раздобыть? Стульчик, который есть поблизости. Вот, пожалуйста, здесь есть стул. Можем кверх ногами взять его. Дальше что нам нужно? Нам нужен... Кружечка нам нужна, нам также нужен баскетбольный мячик и кактус, и вон та какая-то кружечка. Кружечка, по-моему, вот эта. Хотя нет, скорее всего, не она. Нет, это, нет, не та, не та. Это не влезет, она сюда не влезла бы. Какая-то другая кружка там. Не все просто видно. Он там поставил, похоже, ведро над дверью. Правда, мы его не видим. А, оно уже упало, потому что... Вот такая кружечка нам нужна.
кактус нужен, он поблизости есть, в принципе. Вот что тут стоит, я не... Ну, по картинке фиг поймешь, я уже сам что-то не помню. Но я помню, что поблизости где-то она находится тоже. А, вот это похоже. Наверное, вот эта кружечка. Это так вставить, чтобы не упало. Предмет верный, но он падает. Наконец-то. Поставил. Теперь надо найти баскетбольный мяч и кактус. И не такой кактус, а тот, который на картинке. Так, я где-то тут видел баскетбольный мяч. Нет, здесь нету его. Я точно знаю, что он где-то тут есть. А, вот баскетбольный мяч, точно, вот он. И кактус еще надо найти. Я знаю, в какой комнате есть кактус. Причем не обязательно ставить той стороной, которая... Блин, стоит. Так, ладно, но я знаю, в какой комнате кактус есть. В той красной вращающейся комнате он есть. А, стоп, раз уж мы здесь, давайте возьмем эту зеленую пластинку. Вот она здесь, в спальне лежит. Потому что она как раз-таки будет нужна нам там. Туку в той комнате, которую мы сейчас открываем, расставляем вот эти самые предметы, как на картинке. Ну, блин, теперь не ворона, теперь камера висит где-то здесь. Кактус есть в этой комнате. Вот здесь. А, короче, здесь что надо сделать? Во-первых, активировать рычаг. Вот этот. А во-вторых, поставить граммофон с зеленой пластинкой. Все рычаги должны быть должны стоять на зеленой позиции. Эта штука открывает решетку. Подвале. А теперь нам нужно на вот эту верхнюю комнату. Вернее, сначала не в нее, сначала нам надо вылезти из нее. Вот только не так-то просто это будет, учитывая такую гравитацию. Дальше прыгаем туда. Нам нужен... Господи, он даже тут нас может достать. Но нам еще нужно вот сюда залезть. Какие камеры меня палят вообще? Где? Сосед, наверное, по лестнице за мной карабкается. Может, я хотя бы успею добраться до того, что здесь находится?
А, нет, он на по лестнице за мной не лезет. Только вот как спуститься теперь отсюда? Тут спуск не предусмотрен. Вот спуск не предусмотрен здесь, это единственная проблема. Очень неприятная проблема. Ну я нажал же. Не с первого раза что-то жмется. Сколько раз мы уже сегодня в этот лифт заходили? Первый этаж. Где-то тут камера висит, она нас палит. Вот она. Да блин, вот из-за этой гравитации попасть в это окно не так-то легко, не так уж и легко. Он, анимация вот эта залезание в окно срабатывает далеко не всегда. Он еще и капкан тут поставил. Вот собака, а. Блин. Немножко перепрыгнул. Хорошо, что не разбился. Хотя высота тут не такая, чтобы разбиться. А теперь наоборот, не допрыгнул, блин. С какой же тут, с какого же тут распрыга надо прыгать-то? Разбиваем это окно, и нам нужно вот сюда. Короче, здесь специальный рычаг находится. Нажимаем и со всей дури идем туда. Возвращаемся. Ничего вообще не вижу, я не знаю, где проход. Проход где-то вон там, но его вообще не видно. Мне надо тени, наверное, на минимум поставить, потому что ничего просто не видно. Вот так. Это ненадолго, просто я ничего не вижу. Там. Нет! Я упал. Так, нет, ночью туда точно нельзя. Туда надо днем именно, когда все видно. Вот такой фейл тоже очень неприятный. Так, вот теперь можно и туда. Так, сейчас на лифте туда добираться не вариант. Кстати, на карте можно увидеть дом из Альфы 2. Несколько, причем вот он еще один. Но в них ничего нету вообще. Блин, тут так сделано, что через капканы фиг перепрыгнешь. Нас все равно найдут, услышат.
Блин. Так, вот сейчас проход видно, но... А подождите, а чем я сейчас буду разбивать окно? Да что ж ты будешь делать? Это неудобно очень туда залезать. Хлебушек тут, оказывается, валяется, я его не увидел. Делать, а? Он уже здесь, в той комнате, я так понял. Ну залезай, господи ты, боже мой, а! Я успел вставить ключик, но не успел войти туда. Что это сейчас было такое? Повсюду камеры, капканы, блин. Там тоже не особо вариант идти, там капкан, по-моему, был. С камерой. По рельсам идет, вот собака, а. Да блин, он меня же сейчас вычислит тут. Как бы его отвлечь, интересно. Да блин. Как это все нелегко, а? Пусть тут лежит. Надеюсь, успею попасть туда. Успел. И добыл последний ключ. Да что такое, а? Проклятые камеры! Я из-за них выйти нормально не могу. Ну все, теперь смело можем отсюда выбираться. У нас есть все необходимые. Теперь мы готовы идти в подвал. У нас теперь есть все необходимое. Вот этот ключик также у нас от подвала. Только, ну, нужно как-то отвлечь соседа. Да не тот ключ. Зачем он по рельсам вообще идет? Он глупый, что ли?
Сейчас вам наверняка интересно узнать, что же находится в подвале. Нас поймали, мы не успели все отковырять, но ничего, сейчас мы это сделаем. Камера почему-то направлена в ту сторону, в куда мы не идем. Да входи ты, доска мешает. Все. Вошли, наконец-то, мы в подвал. За две серии. FPS повысился. Ничего не видно тут тоже. Подбирать ключ надо. Кстати, просто покажу кое-что. Здесь туда я пытался пройти, там нас постоянно убивают. Огонь постоянно нас убивает. В ту дверь не зайти, сразу говорю. Она закрыта. Вообще самый оптимальный способ это идти, это тот, которым я вначале сейчас шел. Главное не угодить в капкан ни в какой. Даже не пытается выбить дверь, как он обычно это делает. Здесь у нас все забито мебелью, и там, в принципе, ничего нету. Эта дверь заперта, и мы не можем узнать, что за ней находится. Но у нас есть единственный выход, единственный способ, это туда лезть наверх. Так, и мы вылезаем обратно на улицу. Ну и заканчивается то, что нас закапывают. Спасибо, что поиграли в мой мод. Надеюсь, вам понравилось. Конечно, понравилось. Галочку ставлю, без сомнений. Очень понравилось. Собственно говоря, вот этот люк, из которого мы выбрались обратно на улицу, его не было. А то я тут-то появился. Так-то мы
Если вы сейчас зададите вопросом, а этот был люк был, я вам скажу, нет, не было. Ну и на самом деле назревает вопрос, зачем мы вообще лезли в подвал? Мы там ничего нету. Ну как, подвал-то сам по себе есть, но что сосед скрывает в подвале? Мы так этого и не узнали. Может быть, он что-то скрывает за той железной дверью, которая была закрыта. Или за той, которая была на кирпичной стене, которую мы не могли тоже зайти, она была закрыта. Короче, просто... И мы просто, короче, взяли, выбрались на улицу. Нас там поймал сосед и закопал нас заживо. Короче... Мод просто офигеннейший вообще на 5 из 5, но... Путь в подвал совершенно бессмысленный получился, как вы поняли. А так мод просто офигеннейший вообще. Вообще очень классный. Спасибо всем большое за просмотр. С вас лайкос, подписывался с меня печные видосы. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте и на влоговый канал. Всем пока.